На собрании Президиума Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки присутствовали представители Минска и всех шести областей республики, а также Совета ветеранов. Данное мероприятие стало лишь одним из пунктов плотного графика выездного заседания. И Брест как место встречи был выбран не случайно. В этом году мы вступаем в фазу столетия Белорусского профессионального союза работников образования и науки, и в рамках различных планов мероприятий по столетию нашего профсоюза мы проводим различные мероприятия по различным направлениям деятельности профсоюзной организации. Вчера у нас было совместное заседание. Почему выбран город Брест? Потому что, безусловно, для ветеранов наших это в первую очередь 75-летие нашей победы, это тысячелетие города Бреста, и он очень сильно видоизменился. Он, безусловно, с каждым годом становится краше. На заседании Президиума Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки были озвучены и рассмотрены насущные вопросы деятельности профсоюза. Кроме прочего, прозвучали данные о планируемых изменениях в вопросах премирования и единовременных выплат. Это кропотливая не одного года работа. Мы сегодня встретились здесь, в городе Бресте, на этой славной земле. И мы смотрели работу Брестского совета ветеранов. Как организована у них работа с этой категорией людей, которые оставили свою трудовую деятельность и перешли в статус уже почетного пенсионера или ветерана труда. Видно, что это жизнь, вот, которая посвящена именно категории вот этой вот. И очень приятно, что и присутствовали социальные партнеры, начальники управления образования. Была Инна Алексеевна, председатель детской городской организации. И все вот в этом социуме, оно, понимаете, поднимает статус вот этих людей. Они чувствуют себя востребованными. И, конечно, от этого, я так думаю, что мы им немножко даже продлим жизнь. В целом присутствующие отметили важность проведения подобных встреч. Необходимо обсуждать ключевые моменты и обмениваться опытом на областном и республиканском уровнях. Особым пунктом мероприятия звучала тема ветеранов труда, нынешних пенсионеров. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.